Морковь посевная является культурной формой дикой моркови и ее можно считать, вероятно, самой возделываемой овощной культурой в мире. В Европе и Северной Америке широко используются корнеплоды моркови, а листья и семена практически не используются. Однако, в семенах моркови содержится достаточно много биологически активных и пряновкусовых соединений. Вероятно, основным лечебным действием С2 экстракт семян моркови подобен эфирному маслу из этих семян. Это эфирное масло является основной субстанцией препарата доукорин, воздействующего на коронарный кровоток сердца, рекомендуется для предупреждения развития атеросклероза и стенокардии. Кроме этого, С2 экстракт семян моркови можно рекомендовать как биологически активный компонент в средствах для почек и печени, нормализации и стимуляции репродуктивной системы, лечения простудных заболеваний. В кулинарии С2 экстракт семян моркови может применяться для приготовления заправок и соусов. Причем следует иметь в виду, что высокая биологическая активность этого продукта ограничивает дозы его использования. Следует отметить, что аналог С2 экстракта семян моркови, эфирное масло морковных семян, широко применяется в азиатской кухне. С2 экстракт моркови представляет собой вязкую маслянистую жидкость с желтовато-оранжевым цветом, древесно-земляным ароматом и горьковато-жгучим пряным вкусом. Наличие в составе С2 экстракта семян моркови витаминов Е и провитамина А, бета-каротина придает экстракту очень сильные антиоксидантные свойства.